Сколько нужно еще времени, чтобы все осмыслить и до финиша дойти? Сколько нужно сил, сколько надо нервов, чтобы уберечь от трещин беззащитное сердце? Заварил чаю, прикурил сигарету. Самое время собрать мысли над текстом. Не мешай, пожалуйста, да обещал, знаю. Я обязательно брошу, не кричи, Париж. Я тут пытаюсь связать в клубок свои мысли. Для чего мы живем и в чем смысл жизни? Почему полосы разные, но больше черных? Почему я стал музыкантом, но не стал ученым? Почему в моих карманах все больше пусто? Почему место радости занимает грусть? Может, у тебя есть мысли на этот счет? Ты ведь любишь меня или по расчету? Да ладно, не важно, не парься, все хорошо. Я просто устал, иди, посиди со мной рядом. Прости, что не смотрю тебе прямо в глаза. Боюсь растаять под твоим жарким взглядом. Иногда так хочется публично на площади совершить в твоих глазах акт самосожжения, чтобы уберечь от трещин нежное сердце. Только жаль, что ты лишь мое воображение. Сколько нужно еще времени, чтобы все осмыслить и до финиша дойти? Сколько нужно сил, сколько надо нервов, чтобы уберечь от трещин беззащитное сердце?